Привет всем! Да. Вы на канале Инато! The American Boy. Куда мы приехали? Приехали. Мы приехали в парк, который называется Paradise Beach. Райский пляж. Мы сейчас оценим, какой же тут пляж. Я впервые. Всем привет. Я впервые. First time ever in this area. Never been here. And we're gonna check how it is and what it is. Первый раз. О, какого цвета собака? Какого цвета? Какой цвет? Черный. А как собака на английском? Вуф. Это dog. Black dog. Да, in garbage. Nice dog. Hello. Итак. Лев, подожди, давай подождем маму. Hold on. Давай наверх зайдем и подождем там маму. Let's go. Лев, как тебе нравится? Природа дикая. Вау! Дикая. Все, стой. Здесь ждем маму. Привет, мама! Лев, у тебя мама красивая? Beautiful, мама. Мама, привет! How are you? What are you eating? Чипсы. Чипсы? Нельзя. Вредно для здоровья. Лео, а ты куда залез? Ты лазишь? Что там написано? River warning. Это обозначает, что American River is running extremely run high. Река очень высока. Очень не рекомендуется купаться и рафтинг на лодке. Но если ты решаешься на это, обязательно носи жакет спасения, спасательный жакет. Смотри, сколько людей ходит. Молодежь ходит. That's beautiful. Ого, Лео, ты куда? Эй! Привет! Run here, dude! Run, Forrest! Такой серый. Ты потерял свой кроссовок! А ну быстро, быстро возвращайся. Быстро. Go back. Стой, стой на месте, я сейчас тебе его принесу. Стой, не шевелись. Стой, 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 я сейчас принесу. Leo just lost his shoe. Because he runs too fast. This is shoe. That Leo lost. Давай, я тебе помогу, давай. Давай, я тебе помогу. Так. Давай ножку. Стряхиваем. Из garbage стряхиваем. И потом одеваем. И крепко-крепко затягиваем, да, чтобы ты больше его не потерял. Good? О, смотри, сколько собачек. Ха. Лео, иди сюда, иди сюда. Let's take a picture. Молодежь нагулялась. Лео, подожди. Он может упасть, аккуратно. А вон поехал велосипед. Куда? Куда? Сюда. Туда? Туда. Сюда. Туда, да? Давай залезем сюда наверх, посмотрим всю картину нашего луга. А что там? Там лес, а здесь луг, а там река. А сюда. Река сейчас наполнена, потому что Китай, высыхают горы. Китай. В смысле, тают горы. А вон наша мама и папа, и дедушка, и мамушка, и Настя, и Миша. А где Лео? Привет. И мама. Привет. Ты папа на плечах сидишь, да? И мама. You're on your daddy's shoulder. А где мама? И мама. Пойдем, мама, пойдем. Привет, мама.
Вот, Мишу подняли, иначе... Да, Миша такой подняли. Трехведущая коляска. Так... Это большая. А смотри, как Мишу везут, прикольно, да? Миша как царь. Вау! Фараон. Кинг. Не хватает такого перьями махать, мух смывать. Смотрю. Простый душ, а? Итак, как мы поняли, детям спускаться на скорости с этой дорожки нельзя быстро. Потому что можно подскользнуться и упасть. So don't. А то Лео чуть ли не упал и сидит в маленькой боли. Да? И вот мы снова выходим на вершину. Кстати, а куда эта дорожка идет, Ань? Можешь взять горный велосипед и прогнаться. Может быть, это куда, знаешь, есть двухместный. Давай оценим вот этот бассейн. Лев, вот бассейн. Say pool. Посидим, скажи pool. Здесь бассейн. Видишь? Бассейн, а вот романтическая парочка сидит. А сюда. А это бейсбольное поле. Скажи бейсбол. А сюда. Где? А сюда. Где, Лев? А сюда. Там? Где-то. Это бейсбольное поле. Какая сегодня классная погода, да? Да, погода. Такой засолнечный. Это домик. Жарко, не холодно. Это не домик, это сетка, где бейсбол играют. Чтобы мяч не вылетал на людей, он охранен такой сеткой классной, да? Да. Давай посмотрим, как здесь. Вот бейсбол. Это для деток. Потому что размер немножко меньше, чем стандартный. Зато есть футбольные поля, смотри. А сюда, настоящие... мама. Мама вот сидит. Хочешь пойти? Пойти. Next time мы придем сюда с мячиком. В следующий раз мы с мячиком придем. Все, пойдем до мамы, пойдем. Привет. А только ощущение здесь как в лесу, да? Такие деревья огромные. Сосны. Все, Лев, слазь. А ну-ка, иди к мамочке, мамочка, ты ее посмотришь, твои рамки. А, так. Вот наш папа с Леонардо едут к маме. Бедненький наш Левочка упал, и у него болит ножка, не может ходить теперь. Надеемся, что все будет хорошо, что это не перелом. Привет, Левочка, еще раз. Как ты себя чувствуешь? Как дела, Лео? А что мы нашли? Покажи, что у тебя в ручку. Что у тебя? Домик. Домик вот большой. Сетка для бейсбола. А что мы нашли, Лео? Что это? Это перышко. Перышко. Это птички. Feather. Скажи, а птички? Птичка так летела, так. И перышко упало. Смотри, как оно летает. Такое легкое-легкое. На. Feather. Что мы еще можем сказать, друзья? Мы ищем парк. Помогите нам найти парк, где можно отпраздновать хороший день рождения. Мы думаем, это оно романтический, но тут не хватает стульев, столов. Для пикника, такого всего. Не хватает. Ну, может, мы на той стороне еще не были, но мы заценим, там остановимся, да? На той это какой? Ну, вон там, где бассейн. Ну, я не думаю, что там что есть. Ну, пошли все-таки оценим, а? Пошли. Мы смотрим, познаем, узнаем парк, новый парк, в который мы пришли. Поэтому мы не знаем, что ожидать нам. Ну, пока. Так мило. Но самое классное, что погода классная. Мы обнаружили здесь что-что. Столы. А где качельки? Сейчас я тебя подъедем. Плейграунд. Барбекюшник. Садись, садись, поехали. Такое впечатление, что это наш личный
Парк. Так и есть. Ну, никого нету. Наш дом через речку. Ну да, просто что забор, так все официально. Да, мы сейчас заходим на классную качелю. Это Лео хочет это заснять. Давай мы царствуем резко. Да, так классная качелька тут. Это для маленьких детей? Не только для маленьких. Это для больших. Для толстых, больших людей. Смотри. Вау, Лео. Только держись, потому что там нет ремня. Пёрышко упало. Вау, Лео, ты как король. Пёрышко. Держи. Сегодня суббота, да? Сегодня? Вроде бы, да. Так мало людей здесь. Лео такой замёр. Замер от удивления. От удовольствия, наверное. Где, дорогие? Я думаю, мы нашли этот парк. Что мы искали? Paradise Park. Это же еще называется как-то Glen, something Glen. Не помню. Анечка, ну что ты мыслишь? Можно здесь сделать день рождения? Ну, я мыслю, но я говорить не буду прикольно. Да, но мы будем размышлять об этом. А если у вас будут идеи, please text us. Пишите в комментариях. А мы пока с вами прощаемся, Лео. Давай со всеми попрощаемся. Скажи, у тебя ножка уже не болит? Друзья дорогие, слушайте своих родителей. Далеко от них не убегайте. И также, когда, детки, когда вы падаете, сильно не плачьте, потому что все пройдет и все будет хорошо, да? Лео уже не плачет. Тогда скажи, помаши всем ручкой и скажи всем пока. Пока. Subscribe to our channel, подписывайтесь на канал и ставьте лайк.